Смотрите, кто-то съел весь этот цветочек. Вот эти улитки, зараза, все сжирают на своем пути. Ну, скорпиончик должен засвести. Если он, конечно, зацветет. Найди травку, да, Грета, травку. Пойдем травку кушать. Да, смотри, которая любимая твоя травка. На. Травку. Вот, на. На травку. Не хочет травку. Они, в принципе, сами находят, когда им надо. Уже сирень. Надо гранаты не обрезать. Думала, пойдут, но уже все с корнями пошла. Граната тоже замерзла. Белочка пошла травку кушать. Я показала, кого-то сама не догадалась. С удовольствием живет, стоит травка. Писить всем. Больше места во всем огороде не нашла. Заросли пошли. Наш велосипед что-то там накачивает. Дорогие мои, всем приветики. Сегодня я вот варю борщ. Масалышка вот варится. Здесь у меня, дорогие мои, тушатся баклажанчики. И варю компот. Уже хочется компотика, потому что началась жара у нас. Так что вот так начался мой день. Собачки там отдыхают от солнышка. Буду готовить. Вот так начался мой день. Как всегда у всех женщин. Вот такая вкусняшка получилась. Хотела сварить простой борщ, но щавель у меня в огороде был. Я его срезала. Такая масалышка. И вот такая получилась баклажанная заморская закуска. Так что всем приятного аппетита, кто кушает. И до новых встреч!